Вы не угадаете, чем занимается Белорусское министерство культуры? Оно озаботилось параметрами конкурса красоты и изменило два важных параметра. Отныне рост должен быть не 174, а допустимо 172. И возраст был 18-24, а сегодня 18-27. И вы представляете, сидит министр, сидят сотни чиновников, обсуждают, а как же сделать так, чтобы обеспечить конкурс красоты? Ну, это интересный феномен. Почему, вы думаете, пришлось поменять два параметра – возраст и рост? Я думаю, что белорусские красавицы обрыдло участвовать в этом шоу, в этом пародии. Белорусские красавицы объявили, по сути дела, фе, показали средний палец диктатуры, и для того, чтобы расширить чуть-чуть вот этот выбор. Так, друзья, мы дойдем до 160, до 35, и это будет конкурс красоты белорусской вертикали власти.